На первый взгляд может показаться, что это так легко – выйти на сцену и прочесть строки из любимого произведения. Но на деле оказывается все наоборот. Читать прозу или поэзию непросто – это особое состояние души. Мы рады, конечно, что дети участвуют, и что продолжается наш фестиваль, и что больше и больше участников с каждым годом. Здорово! Всем желаю удачи, всем детям, чтобы даже если они не победили, как всегда говорят обычно, что они уже победители, потому что они приехали, потому что они выступили, потому что они победили себя. Маяковский, Есенин, Блок, Тэфи, Чехов. 100 участников читали в разных жанрах. Готовили костюмы, работали с образами, старались донести до зрителей свое видение произведения. Сердце в железе. День еще выгонишь. Может быть, изругав в мутной передней, долго не влезет. Сломанная дрожью, рукав в рукав, выбегу, тело в улицу брошу я, дикий, обезумлюсь, отчаянием истечась. Не надо этого, дорогая, хорошая. Дай простимся сейчас. Книги и современная литература, поэзия, она никогда не пропадет, потому что это всегда очень полезно, и книги нужно читать. Читать я очень люблю, особенно романы, там, про любовь или все, и стихи тоже. Любимые мои писатели – это Гоголь и Александр Сергеевич Пушкин, и еще я очень люблю Лермонтова. Да, у него очень романтичные повести, рассказы, романы. Были на конкурсе и те, кто представил авторские тексты. Оказывается, юных поэтов в нашем районе не так уж и мало. Дети пишут о разном – о любви, дружбе, войне, добре. Обо всем великом и маленьком, о мире, который их окружает. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».